мы с тобой должны починить чинителя, чтобы он нам починил наш фазовый кварц. При этом чинитель — это какой-то гигантский робот. Слушай, гранатка-то нормально справляется. Мы вообще сейчас чувака ваншотнули. Классно, что постоянно меняются враги. То крабы, то пираты, то вот эти крокодилы. Идеально. Ойник. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новую серию прохождения Ratchet & Clank Rift Apart. В предыдущем видео мы с вами остановились вот на этом замечательном моменте, и перед нами стоит задача очистить столь гигантский водопровод, чем мы с тобой, собственно, сейчас и займемся, но перед началом, как всегда, влепи большой палец вверх, и также напиши в комментариях, как твой день, чем вообще сегодня занимался, что делал, потому что я лично ездил по делам, завозил документ кое-куда, и вот только сейчас... Соответственно, вернулся, чтобы для вас все это дело записать. Отлично, дежурный по трубе. Наших лучших специалистов, и они все сломали. А, даже так? Так, ну давай вызволять будем специалистов. А, я вижу, вон они. Пацаны, ну я пытаюсь. Ну конечно, все, мы еще и профессиональный водопроводчик. Отлично. Ну вот теперь мы сможем воспользоваться лифтом. Без проблем, такой гигантский хорошенький лифт. Да, самое время добывать кварц. Задача. Задействовать буровую установку. Какие сложные слова. Задействовать буровая. Установка так-то тоже не самое изящное слово, но все-таки полегче. Если вдруг другого шанса не представится, то... Спасибо. А, ну... Давай без этих нежностей, ведро. Да, реально. Мы еще... Ты смотри. Ой. Братки вернулись. Ой, здорово, пацаны. Ничего себе, вы тут все сразу решили уничтожать. Ну, в таком случае и мы поступим с вами точно так же. Берем наш рикошет и начинаем. Раз, два, три, четыре, до свидания. И еще разочек, поехали, поехали. Нормально. Ой, мы даже можем ехать, а я могу это ломать. Залутаемся. Так, аккуратно, тележка, ее нужно, наверное, проходить. Налево. Без проблем, направо. Едем дальше. Икшончик. Надо было ударить по камню и переместиться в другой мир, конечно же. И вот мы, собственно, здесь. Блин, какие же красочные уровни, реально, не перестану повторять. Звездец экшон. Ага. А! Так я же нажал, в смысле? Я нажал РБшечку. Чего не сработало? А, все заново, вы да ладно. Не выяснили, что причем первый раз, когда я этого не ожидал, мы с тобой сделали все правильно. А второй, когда казалось бы, ну все идеально. Давай по правой поедем теперь. Теперь все равно влево. Влево! Отлично. Скидыш. Супер, все, мы теперь здесь. Мы теперь здесь и на РБшечку. Оп! А, ЛБшечка, наверное, да. Немножко не то нажал, но бывает. ЛБшечка, точно. Хорошо, едем дальше. И ударяем по камню. Скич. Ого, слушай, тут у нас уже какие-то развилочки пошли. Ну, налево поехали. Поехали налево. Надеюсь, что правильно. Это мы пока что сломаем по пути. Раз уж едем. И ударяем по камню. Даже так, нифига. Прикольно. Так, ну здесь я даже не знаю, нужно ударять. Думаю, а зачем он, собственно, нужен? Тут же все хорошо, нормально. А оказывается, внезапно все сломалось. Осторожно. К главному буру. Так. Все, приехали. Офигеть, тут гигантский кирпичик. Ты посмотри, если по нему жахнуть, мне кажется, будет что-то эпичное. Управлять буром, который в 100 раз больше меня. Солидный, правда? Очень даже солидный. Очень четкая цель. А только четкие и достижимые. Конечно. Все, крутим. Резко крутим. В очки. И сейчас мы будем добывать этот гигантский камень. Робот, отличная офигенно. Новость. Я так. Расшифровала послание извне. Слушайте. Угу. Хоть здесь. Нормально ловит. Это опять незнакомка. Внимание, не включайте бур. Разломы его повредили. Это он разрушил наш Близзар. Что? Ну... Мы его уже включили. Уже поздно, как бы, да. Прячьтесь. Активирован локдаун. Звездец. Попробуй отключить удаленно. Так, вылетели пацаны. Аккуратно готовимся к пацанам. Сразу же ставим наших груздей. Ага. Так, локдаун, локдаун. Берем, значит, дробитель. Поехали. Тебе же нравилось. До свидания. Тихо, тихо, тихо. Что это? Новый уровень. А, окей. Слоумошечка поехала. Раз, два, старис. Так, пацаны, на этих самокатах дурацких, их нужно сразу первым же делом уничтожать, потому что потом они начинают спамить этими синими дурацкими линиями, которые я не могу никак контрить. Они прям реально бесят. Слушай, дробитель вроде наш хороший, но их уничтожает вообще никак. Так, снова ставим... снова ставим мистера Груздя. Раз, два, три. Так, пацаны, начинайте наваливать, а мы пока что включим... осколочную гранату. Во, кстати, реально.
Раз. Два. Слушай, граната нормально справляется. Мы вообще сейчас чувака ваншотнули. А этого с трех раз почему-то убили. Странно. Возможно, он был уже закоцанный. Хорошо, минус крокозябр. Чтобы швырнуть молоток, нажмите X. А, это я знаю. Я выбью его молотком. Ага. Прошу тебя осторожнее. Окей, получилось вроде как. Отлично. Вон они. Арестуйте их и заберите. А мы бежим. Мы просто убегаем. Мы жестко паркурим. А нам куда? Ух, нифига. Сейчас вернемся. Сейчас постараемся изо всех сил. А как это сделать? Подожди-ка. Так, не надо. Чувак, уходи отсюда. А, может быть, на рельсы? Так, ну до ним очень-очень далеко как-то. Летать мы здесь, к сожалению, не сможем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное, чтобы по нам сейчас не попали, потому что, как ты помнишь, в процессе мы сразу же свалимся. А, я что-то пока что не очень понимаю. А, я вижу. Скорее всего, вот здесь, да? Нет, отсюда мы, получается, прилетели. Здесь мы спрыгнули, все было хорошо. Эта штукенция, к сожалению, не крутится. Ну, давай пока что займемся уничтожением этих дурачков. Как бы в любом случае... Ага, 80-30. Офигеть, 80-30. Что делать? Ой, слоумошечка, красиво. Так, куда-то улетел корабль, непонятно. Эти штуки мы тоже можем взрывать. Такая плавная картинка в этой серии, мне прям нравится. У меня, знаешь, как будто обычно там 60 FPS было с некоторыми редкими подлагивами, а сейчас как будто прям целых 150, 200, я не знаю. 12-30, спокойно. Спокойно, спокойно. Что мы делаем? Мы делаем рикошетик, может быть? Ой. Да, давай рикошет. Нет, нас завалили, да серьезно. Как так-то? Так, чуваки. Сразу рикошетом начинаем. Раз, два, три, четыре. Этих тоже. Во, да, нормально. Пока что они летают. Можно их в полете этим рикошетиком-то и фигачить. Пойдет. А, все, рикошет закончился, и мы переключились на эту штукенцию. Тихо, пацаны. Ой, сейчас хороший удар был, смотри-ка, сверху. А, мы можем на самом-то деле и пикселеризатор заюзать. Но для этого нужно, чтобы кто-то был близко. Отлично, например, как вот этот тип. Этого нужно все-таки, наверное, уничтожать рикошетиком. Ага, нормально. Хорошо. Да, рикошет чем хорош, это прям реально как будто бы снайперская винтовка, но практически. Все-таки есть дистанции, до которых он не добивает. Но если уж он добивает, то это прям без шансов, красота. Так, давай запрыгнем сюда, посмотрим, что у нас тут. А здесь у нас, кстати, какие-то ушалки прикольные. Давай их тоже возьмем. Лишним не будет. Все, супер. Это должна быть лазейка. А, лазейка в смысле для того, чтобы нам отсюда свалить, да? Ну, наверное. Что за лазейка? Интересно. А, ну может быть вот эту штукенцию теперь можем покрутить? Нет, снова горит замок. Наверх мы залезть не сможем, слишком высоко. То есть все это время могли с ними не драться, а просто куда-то уехать? Или все-таки реально сработал скрипт и появилось что-то, чего до этого не было? А, ну камень, конечно же. Ага. Отлично. И здесь уже крокозябры, я понял. Так, с крокодилами тоже нужно, соответственно, расправиться. Так, мужики, только аккуратненько. Тихо. Не, рикошет все-таки хороший. Он хорош тем, даже, знаешь, не уроном. Он хорош тем, что он сразу их дезориентирует. Они не понимают, что происходит. Они не могут ни стрелять, ни бегать, ни шмалять по нам. Ой, тихо. Чуть не свалился. И в этом плане он, конечно, очень хорош. Еще он может сразу, вот так видишь, двоих практически уничтожать. Отлично. Тихо-тихо-тихо, какая новость? Никак не отключить. Я забыла поставить прошивку 4.3. Это плохо, нужно было обновляться, естественно. Ой, ой. А, спасибо, да. Вот это поддержка, вот это я понимаю. Чисто клиентоориентированность офигительная. Так, нужно его нахрен взорвать сейчас, да? Друзей положим. Я люблю, на самом деле, когда в таких играх файтинг, он реально прям вот экшоновый. А, из последних игр мне это чем-то напоминает Хогвартс Легаси, на самом деле, когда мы с тобой там на палочках очень жестко сражались. Если, кстати, еще не видел летсплей, обязательно глянь. Плейлист с полным прохождением есть на канале. Что будет сейчас? Чему приготовиться? Это твой лучший друг, Тим. Ага. Прошу, не погибни. Я удалил свой набор грустных звуков сразу, как мы подружились. Окей, капец, чувак, это гигантская. Жаль, не могу грустно треть. Стоп, а если по ней зарядить рикошетом? О! Эй, отвали!
Но она, конечно, коцает его не так сильно, но... Сюда может гранату пустить. А, 36 хп осталось, офигеть. Тихо. Ну, главное использовать, хотел сказать, использовать, блин, локацию. Нормально, все, 15, 8 и добиваем вот этой штукенции. Изи. Минус гигантский корабль. И с Буром тоже что-то не так. Бур сошел с ума, все, пипец, минус станция. Камушек надо схватить, быстро, быстро, хватай, хватай. И сейчас он по нему как жахнет, и минус камень. Ну да, конечно. Жопа. Оу, нет, минус камень. Может, все не так плохо. Все очень плохо. Я понимаю, это звучит очень странно, но... Морты рассказывали мне легенды о жителе Торрена 4 по имени Чинила. Чинила, что хочешь, починит. Звучит хайпово. Тогда Чинила. Стоит проверить, правдивы ли эти легенды. Это точно. Сейчас мы с тобой придем к Чинили, Чинила починит, потом все равно это все хрень как бы сломается. И мы с тобой будем путешествовать. Давай. И мы будем путешествовать из одного мира в мир для того, чтобы все-таки раздобыть этот хороший несломанный камушек. Так, Рэч справляется в межпространственный архив, чтобы выяснить, как создать новый измеритель. Торрент 4, вот, нам сюда. Поехали. Нормально, с ускорением. И у нас, собственно, идет загрузочка. Торрент 4. Монолотская балка. Окей. То есть, вот казалось бы, да, практически все, все шло по нашему плану, но в последний момент этот бур сошел с ума и нафиг распилил наш камушек пополам. И ладно еще пополам, от него вообще ничего не осталось. Но хоть с этой вылазкой проблем быть не должно. Мы надеемся на это, конечно. Не знаю, как в вашем измерении, а у нас все постоянно идет не по плану. Ну, бывают форс-мажоры, конечно. Очень быстро. Я тоже неплохо импровизирую. Ну, надеюсь, вскоре увидеть. Угу. Окраина. То есть решили зайти не с центра, а так, знаешь, издалека. Выходим. Ну что ж, займемся ремонтом. Надеюсь, морты не зря так нахваливали Чинилу. Слушай, да. Ну да. Я тоже надеюсь. Здесь прям, смотри, целый гигантский город чуваков, которые что-то чинят. И логично, что самое главное у них чинило. Его нужно починить. Наверное, был налет. Возможно, это новый уровень, четвертый, отлично. И нам еще плюс 10 каких-то штучек дали. А, это плюс 10 хпшек, итого у нас теперь с тобой 40. Ну, это отлично. Так, мост. Через мост мы, соответственно, никак не перебежим. Нужно искать обходные пути. Обходной путь у нас вот здесь. Жесткий-жесткий паркур. Ага. Слушай, реально, ты знаешь, сочетание Человека-паука, там, ассасина. Прошу прощения. Так забавно. Кто-нибудь знает, где можно найти Чинилу? Думаю, они осторожничают. Решил закрыться, да, нужно укрепить. Че, серьезно? Вы так сильно меня боитесь? О, наша Элеонорочка, здравствуйте, местная. Так. Тебе когда-нибудь хотелось устроить подкоп прямо под врагов? Наверное. С землероем твоя мечта осуществится. А давай посмотрим, что это такое. Чего-то ничего не показывают, в смысле. Ну ладно. Будь я Чинилой, где бы я была? Чинила бы что-нибудь. Вполне логично, каламбурчик. Так, а что перчатка? А что ничего не показывают-то? Интересуешься резьбой? Так много всего у него появилось, смотри. Но ничего при этом не показывают, нет демонстрации, как же так? Итого у нас с тобой есть 10 тысяч денег. А вот здесь можем посмотреть? Хочется? Мне ужасно хочется, прям жесть. А, мы не можем смотреть на эти оружки. Что-то сломалась наша Элеонора. Но смотри, землерой. Вас и вашего заклятого врага разделяет слишком много преград. Выстрелите по нему землероем, и снаряд доберется до цели, невзирая на препятствия. Но все равно я хотел бы увидеть визуализацию, как это на самом деле работает. Поэтому давай пока что не будем тратить деньги. Да-да-да, спасибо. Опа. Новые туристы? О, перед вами жемчужина галактики. Добро пожаловать. Спасибо. А вы знали, что на мусорном Маланот значит рай? Что же? А Чинила здесь живет?
Ну, конечно же, здесь. Славный парень, душка. И женат, если кому-то из вас интересно. Ну, конечно. Кланк особенно. Он же может починить фазовый кварц? Фазовый, стразовый, любой кварц, что угодно. Профессионал на опыте. Но, нам повадились пираты, и мы попросили его помочь, потому что он, ну, большой. Он их несколько дней громил, а потом сломался. Может, нам починить его? Это чинило? Вы, ребята, мигом приведете его в чувство. Это гениально. Но эти пираты обрушили дорогу, так что вам понадобится раскрут. Кстати, хорошо. Я видел один недалеко отсюда, в плавильнях. Везучий ты. Чуть не звезданулся. Я вообще не думал, что там обрыв. Короче, то есть смотри. Так что, вы с Рэтчетом потом отправитесь в измерение ломбоксов? Возможно, но Рэтчет еще не решил. Может, он боится, что... Погоди, боится? Чего боится? Это трудно объяснить. А, ну, если что, тогда я вместо него. Гениально. Мы с тобой должны починить чинителя, чтобы он нам починил наш фазовый кварц. При этом чинитель — это какой-то гигантский робот, который сейчас находится в сломанном состоянии. То есть, опять же, реально каламбурчик какой-то. Как бы вещь, которая может чинить все, как бы сломалась сама. Забавно. Ой, сразу и лягушки, вот эти жуки гигантские. Ну серьезно, сейчас я вас пикселизатором всех запикселю. И все, и звездец вам. Нормально. Отбиваемся. Слушай, ну целое прям шествие этих жуков. Офигеть. Так, плавильня у нас слева или направо? Куда идти вообще? А, идти туда, хорошо. Все, поехали, что, не будем тратить время. Ну сейчас в объезд. Конечно. Так. Прыгаем. Не знаю, куда мы сейчас приедем, но надеюсь, что куда-то в нужное место. Отлично. Надо прыгать! Ага. Это на реакцию, на реакцию. Ух ты, чё? Отвлекся. Нужно смотреть, что у нас перед нами. Мы же как бы за рулем, считай, почти. Вроде из-за сломанных позвоночников. Угу. Хорошо. Отлично. И что теперь? А теперь налево. Куда едем? РБшечка. РБшечку хотел я нажать. Не успел. А мы так по кругу, что ли, будем гонять? Это не РБшечка, это ЛБшечка. Все, держим в голове. Как только разлом, сразу ЛБшечка. Так, а по стенам нужно? Ой-ой. Нужно. Отлично. Мне кажется, ля, экшон. По этим рельсам крайне опасно. Ля, экшон. Какие ракурсы, ты посмотри. Хайпово, ЛБшечка. Боюсь, как бы не угодить, ага, непосредственно в них. Идеально. Приземлились. Очень даже хорошо. Просто. Конечно. Все, мы здесь. Здорово. И снова пираты, ты посмотри на них. Здорово, чуваки. И опять же, классно, что у нас постоянно меня... А, это наш старый друг. Классно, что постоянно меняются враги. То крабы, то пираты, то вот эти крокодилы. У них разное оружие, разная механика боя. Разнообразно. Хорошо. Это судьба, что сводит нас вновь. Ну, конечно. Аппетит, ребят. Мне нравится, когда тебе надирают зад, Пьер. Это точно. Разозлился, ты посмотри на него. Ну давай, господи. У тебя там был какой-то гигант, с которым мы на изи справились. Тут какие-то, я не знаю, несчастные пиратики. Ну серьезно. У нас, правда, потрошек не так много. Отходим. Ой, щит, кстати. Подожди, а как щит контрить? Так, грибы не трогай мои. Как щит контрить? Подожди. Ой, они жесткие что-то. Придется подобрать новый подход. Какой? Все-таки землерой нужно было покупать, что ли? Тихо. Они еще, смотри, переходят. А, я знаю, граната. Ага. Тихо. Нормально. Ой, все, меня долбят. Меня жестко долбят. Я как-то взял хпшки. Ах, чуваки, вообще-то не пробивные, что ли? Да хорош меня пуляться каким-то говном. Так, 22 из 40. Хорошо, ну хпшки мы типа с тобой берем. Может, рикошет? О, я понял. Вот эту штуку рикошетом. Да-да-да, нормально, рикошет их бьет. Рикошет их очень даже неплохо наяривает. Отлично. Ну, их очень много, их очень много. Тихо. Они, посмотри, идут и идут, офигеть. А что делать-то? Так, нужен особый подход. Чувак, помогай.
Чё ты там спрятался-то? Я сам не знаю, что делать. Так, рикошет закончился. А, пикселизатор, может быть? О, вот этим чувакам. Да нет, в смысле? Они вообще не пробивные. Какого хрена? Какого хрена? Так, они шмаляют нас из пистолетов. А мы с тобой пытаемся как-то мансить. Ага, все у меня закончилось, конечно же. Я пытаюсь флексить, 17-40. Я пока что бегаю, потому что тут реально очень сложно им противостоять, их очень много. Но если вот так вот мансить, конечно, то все нормально будет. Не надо. Тихо. Патрушки закончились? Да серьезно, плазменный пистолет, закончились боеприпасы. Как так? Мне казалось, их бесконечно. Ну, типа, не бесконечно, конечно, но настолько много, что нам должно хватить. Нормально. Я не знаю, как вообще эти никчемные чуваки смогли завалить чинилу. Ты видел его? Он гигантский. Так, у меня остается рикошет и осколочная граната, но это звездец. Поживись, поживись. У меня все закончилось, кроме двух рикошетов и гранат. Чем мне сражаться-то, блин? Так, давай сразу щит. Щит рикошетом. Нормально. И еще один рикошет на него. А не хватает больше патрошек. Не хватает больше патрошек. Остается, получается, одна граната. Отлично. Все, у меня больше нет патронов. Что делать? Что делать, блин? Сажаться в рукопашку, логично. Как-то жестко мансить, флексить. Этих чуваков уничтожать с помощью нашего молота. Ой, тихо, главное не вылететь. Сейчас будет неприятно улететь за конец карты, конечно. Так, патрошки есть? Мистер Груз, сейчас он начнет наяривать. Не понял. Понял. Он начнет и наваливать, и наяривать вообще, все делать. Так, нужно его отвлекать, чтобы Груз ему в спину стрелял, да? Гениально. Нет, не гениально. Сейчас мы его подстрахуем. Здорово. Чё, не можешь, да, сразу с двух сторон-то контриться? Дурачок. Изи. Конечно, у нас очень все плохо с припасами. Нужно будет закупиться. А теперь что? Теперь нужно эту штукенцию покрутить, да? Скорее всего. Так. Угу. А что это? Какая-то сфера. О-о-о. Мы даже смогли ее впитать в нашу руку. Мы добыли раскрут. Осталось только миновать эту арабу пиратов и отыскать чинилу. А, это так теперь работает, офигенно! Блин, клево. Так, чуваки, а дайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Да я знаю, да, покажешь. Вот тут припасы должны быть, кстати. Да? Да, плазменный пистолет хотя бы дали. Но он бесполезен, опять же, против щитовиков. Ну что стреляет там? А, здорово, пацаны. Сверху стоят такие, снайперят, главное. Ты сдохнешь там, нет? О, нормально, он заблочился. Пробить, пробить мне твой щит, все, до свидания. ЛБшечку. А почему, в смысле? Нужно было еще что-то жать? Маланот, да ладно. А, все хорошо, этих чуваков мы убили, заново не надо. Все, ждем. И отпускаем. Да, нужно было подождать немножечко звука. Тихо. В дырку. Главное в дырку, а не в эту штукенцию. Терять хпшки нам сейчас не нужно. 40 из 40, очень даже уверенно. Минус. Хорошо, здорово, пацаны. У вас тут тусовка прям. Тихо. Надеюсь, вы не против, что я к вам залечу. Как бы, хоть и без приглашения, но все равно. И чуть вы валите отсюда. Им гранатку надо закинуть, естественно. И еще. Вот это класс. Так. Минус. Ой, тихо. Минус. Так, до свидания, чуваки. Да серьезно, вы живы, что ли? Сколько у вас хпшек-то? Нормально, живем. Живем. Что у нас осталось? А у нас осталось все, кстати, это офигенно. Мы реально хорошо восполнили наш боезапас. Так, минус. Минус корабль. Ну и вам тоже осталось жизни так же много. Изи. Отлично. Ну, кстати, на дробителе закончились припасы, тоже не очень хорошо. Давай возьмем пистолет. Еще что ли есть? Да сколько же вас? О, эти уже, смотри, побыстрее. Шустрые чуваки. Ага. О, вы приехали? Да, это зря, кстати. Это, кстати, зря.
минус. Тихо. Куда нам теперь? С другой стороны, мы и сами неплохо справляемся. Да вообще. Главное понять, куда нам дальше. Снова на эту штукенцию? Слушай, наверное. Ой, кайф. Ой, кайф. Так, здесь, наверное, лучше рикошетик вначале. А, нет, они у нас без щитов. В целом можно поставить. Раз, два, три. Отлично. И теперь берем пикселиризатор. Тихо. Ты так близко ко мне подошел, дружище. Нормально. Но, кстати, враги стали посильнее. Да, это чувствуется. Нормально, груз наваливает, ты посмотри. И пикселиризатор заодно прокачался. Минус, минус. Флекс. Тихо. Взрываем все. Отлично. Если в подобных игрушках имеется бочка, и рядом с ней есть враги, их обязательно нужно ей взорвать. Так, тихо, флексим. Чувствую себя как Нео из Матрицы, когда, соответственно, пытаюсь увильнуть от этих снарядов. Так много мы всего лутаем. Это замечательно. Чё ты там? Все. Ой, а вот это уже жесткий. Надо быть осторожнее. Да. Идем хиляться. Отлично. И вот здесь уже нужен рикошет. Рикошет с разных сторон его бьет, поэтому щит, он бесполезен. Нормально, пойдет. Минус щит. Тихо, отходим. Отходим. Ой, сразу двоих. Поехали. Пойдет. Нормально. И этого тоже. А, он чуть сам взорвался, ну окей. Так, остался последний дурачок с щитом. Мы ему кинем гранатку. А ему пофиг. А как так? Ну, зато от этой пушки ему не уйти. Да особо нет, слушай. Ну давай. Сейчас будет босс. Факт, только у меня хпшек мало. И боеприпасов особо нет. Ну, естественно. Он похож на предыдущего, но все равно выглядит как-то, знаешь, мы более что, уникально. Да. Малыш Роджер, охренительно. И у нас все патрушки восстановились, отлично. Нет. Как хорошо, когда вот, ну, разработчик помнит об этом и не заставляет, знаешь, игрока там ходить, лутать, бегать, что-то пытаться сделать. Тихо. Качали гранатки. Да хорош прыгать, задолбал. Да, что ты делаешь? Ты будешь прыгать до тех пор, пока что в меня не приземлишься? А, ты еще и дурачков этих своих спамнишь? Слушай, очень мало на самом-то деле гранаты ему коцает, смотри. 3 или 4 всего этих хпшки снесли. Что за бред? Давай тогда пробовать, я не знаю, рикошет. Поехали. Нормально. Поехали. На самом деле, когда мы рядом с ним находимся, это очень удобно, потому что он не успевает прицелиться и шмаляет своими гранатами куда-то в воздух вообще. Тихо. Да. Сейчас посмотрим, что будет кого ждать. Кстати, мистер антигрузь, я, конечно же, тоже ставим. Они у нас вообще основная огневая мощь. А, и дробитель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отходим. Отлично. 65, наваливаем, жестко наваливаем. Закончились потрошки. Тихо. Что у нас осталось? У нас остался плазменный пистолет. Как он коцает? Ну, кстати, неплохо. По логике он должен коцать меньше. Но я как бы не против. Лучше уж больше, чем меньше, правильно? Тихо. Осторожно. Реально, вот этот прыжок с телепортом прям имба. Мне очень нравится. Он реально выручает. Хоп, вот так взял и все. И он вот так хоп взял и все. И он по тебе попасть вообще не может. Дурачок. Тихо. Блин, ты такой здоровый, тебе реально в кайф так прыгать. Не знаю, мне кажется, у тебя должна быть основная атака, какой-нибудь пулемет, с которым ты просто ходишь и по всем шмаляешь. Ты же нужно было придумать такому громиле сделать скилл прыжков. Это вообще бред. Так, и что у нас остается? Остается отполученная граната. Раз. Ну, кстати, смотри, она его дезориентирует. Ага. Все, закончилось? Закончилось? Да ладно, остался пикселиризатор только. А если сделаю так? Кстати, реально, это ж хорошо. Хоп, хоп, хоп. Тихо, главное не откинуться, главное не откинуться.
16 хп у него. 16 хп у него, 13 у нас. Сколько там патронов? 3 из 10. Тихо. Патрошки. Тихо, живем, живем, 4 патрона. 4 патрона, не хочу прощаться, не хочу. Пиздец. 10 хп. Тихо, отходим. Так, 18 хп это отлично. И дробитель еще и нам дали. Все, тебе пипец. Тебе, дружище, пипец. А что так быстро патроны-то кончились? В смысле? Их же много было, алло. Так, патрошки, берем. Нормально, нормально, убегаем, убегаем. 9 из 40. Так, мне дали антигрузия, хорошо. А ну, поставим. Тихо. Нет! Это звездец. У него оставалось 9 хп, вы угораете. Даже меньше, какие 9? Там вообще было совсем чуть-чуть. Мне сейчас еще заново это делать. Ой, нормально мы взорвали его сейчас. Слушай, бочечка-то имба. Ну нормально, мы сейчас уже спидран. Сэкономили, в принципе, время на том, что взорвали эту бочку гигантскую. А есть еще такая? Где-то есть, но, по-моему, где-то далеко, да? Ну не надо, во-во. Вот так берешь? Вот так берешь? Хорошо, а че мимо-то? А че мимо-то? Можно в него попадать, пожалуйста? Да в смысле? Чел, успокойся. Еще и эти мелкие, блин, меня бесят. Да, гранаты все просто в молоко сейчас полетели, это плохо. Да хорош. Да, боссик, конечно, посложнее, я его немножко недооценил. А, осколочная граната, нет боеприпасов. Да, я понимаю. Так, пацаны, давайте, начинайте его гасить, я пока что побегаю. Хорошо. 24 из 40. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что мы делаем? А мы делаем с тобой, наверное, рикошетик, да? Нет, сейчас граната, сейчас граната. Ну это звездец. Он очень много спамит просто гранат в моменте. И эти гранаты, когда мы на них наступаем, конечно же, снимают сразу дофигища наших хп-шек. Да ты задолбал, дай прицелиться-то. Ну у нас, кстати, уже 20 тысяч этих монеток. Мы сможем такую пушкенцию купить. Что прям нормально. Кстати. Тихо. Во-во-во-во. Значит, нет, да серьезно. Ну, вроде немножко мы его закоцали. Реально отвали. Реально отвали. Так, где мне хпшки брать? Вижу. Вижу, 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 вижу. Тихо, тихо, тихо. Да ты угораешь. Ладно, давай сейчас быстренько его завалю, и мы с тобой вернемся. И добивающий. До свидания. Собственно, как-то так. С третьего попытки мы в итоге его завалили. Я пока что дрался, даже прокачал уровень. Либо свой, либо пушки не обратил внимания. И, конечно же, наш пират куда-то свалил. Ребята, стреляйте! Придется смириться с... поражением. Убытком! Именно так. Но босс помощней, конечно. Он вас кинул. Вам, наверное, тоже валить надо. А, пушечки. Боевой режим. Скидыш. Ой, ну началось. Надо валить. Покинуть судно. Согласен. За... а, точняк, у нас же тоже такая штукенция есть на хвосту. Мусорный городок. Отличное приземление, я считаю. Так. Молодец, ведро. Перезагрузите чинилу. Актуальная задача. Пиратов. Собственно, да, я тоже устал от этих пиратов. Сражаться 3 раза с одним и тем же боссом, это жестко, скажу вам честно. Но просто здесь главное понимать тактику и понимать, что он постоянно спамит своими минами. Если ты стоишь на одном месте, скорее всего, тебя просто, ну как бы, уничтожат от того, что слишком большой дамаг к тебе прилетает. Если же ты бегаешь, прыгаешь туда-сюда, вверх, право, влево, телепортируешься, то... босс не такой уж и сложный. Вот, поэтому на этом мы закончим данный видосик. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.